Девочки, рукодельницы, всем огромный привет! Сегодня наконец-то мы с вами разыграем вот такую замечательную куколку. Розыгрыш длился на моем канале ровно месяц. Я уже вся в нетерпении узнать имя победителя. Надеюсь, что вы также ждали этого розыгрыша. Ну и пойдемте же разыграем данную куколку и узнаем имя счастливой обладательницы. Итак, сегодня у нас воскресенье, 19 февраля, и мы с вами проводим розыгрыш. В розыгрыше у нас участвует 19 человек. Всех девочек я внесла в табличку в Excel и написала города их проживания. Ну и давайте с помощью случайного числа мы выберем с вами победителя. Для этого мы должны ввести диапазон от 1 до 19 и нажать на кнопочку «Сгенерировать». Желаю всем девочке удачи, очень за вас всех волнуюсь. Ну и давайте узнаем имя победителя. Ну, что-то долго он загружает. Число номер 16. Давайте посмотрим, кто же выиграл. Поздравляю, число номер 16, если вы знаете, кто это. Это Алена С. Алена, поздравляю тебя. Даже не ожидала. Давайте проверим, выполнила ли Алена все условия розыгрыша. Я просто в шоке. Очень рада за тебя, Алена. Алена также ведет свой канал на YouTube. Ну, я думаю, Алена уже давно на меня подписана, на мой вязальный канал. Так, это нужно нажимать «Каналы». Я впервые провожу розыгрыш, поэтому, девочки, и программа подвисает. Надеюсь, все пройдет как надо. Так, это нужно искать вот здесь. Посмотреть все. И ищем мой канал. И вот есть мой канал по вязушке с Танюшкой. И давайте посмотрим, есть ли у Алены репост на данное видео. Для этого нужно открыть мое видео. И пройти на страничку Алены в соцсетях. Сейчас мы посмотрим. Ставим на паузу и опускаемся.
Что-то он сегодня очень долго думает. Будем ждать. Так как я не хочу ничего удалять, вырезать, чтобы было понятно, что я ничего здесь не подделываю. Так, номер 13, 19, 18. Вот Алена. И перейдем на репост. И репост у Алены есть на стене. Аленочка, еще раз тебя поздравляю. Жду твой адресок к себе в личку или ВКонтакте, или здесь на YouTube. Всех девочек прошу не расстраиваться. Еще будет много розыгрышей. И, скорее всего, буду разыгрывать в следующий раз пряжу. Поэтому желаю всем удачи. Спасибо, что приняли участие в розыгрыше. И у меня есть для вас отличная новость. Я снимала мастер-класс по данной куколке. И в ближайшее время вы увидите этот мастер-класс у меня на канале. Поэтому подписывайтесь, приглашайте знакомых, друзей и ждите видео о куколке. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока!